успех для доктора – это получить результат. Вот я занимаюсь различными проблемами гинекологии и акушерства. И что такое успех гинекологии? Это когда твоя пациентка здорова, успех в работе с бесплодной парой – это когда у них рождается ребенок, и успех работы в акушерстве – когда рождается здоровый ребенок у здоровой матери. Это и есть наш успех, который приносит огромное удовлетворение. Всегда она была дочкой Виталия Борисовича. Теперь ситуация поменялась. Теперь я папа у Леры Маренко. Она стала таким достаточно известным, популярным, хорошим доктором. И я очень рад этому. Потому что фактически вот эта династичность, она передается. Для того, чтобы моя работа с пациентом, с проблемным пациентом имела отдачу, мне надо выкладывать свою энергию. Я работаю не только там, я напишу тебе бумажку, и ты будешь здоров. Нет. Это энергия, которую я передаю, я могу ей воду просто приписать, она будет здорова, потому что я эту воду заряжу так, что она будет работать и лечить. Потому что в основе всего, как говорили еще древние Гиппократ, Авиценна, те учителя, у которых не было ничего, лечили словом. Но это не просто «я тебе сказал», это энергия, которую надо вложить. И когда пришло 20 человек в день, которых надо энергетически держать, я своим беременным говорю: «Я у вас доктором не работаю. Вы не больны. Беременность – это состояние, это не болезнь. Я не работаю вашим доктором, я работаю вашим ангелом-хранителем. Я не, как бы, ну, не безразличен к их здоровью, к их судьбе. Мы с ними ругаемся, я их воспитываю. Если она курит, я заберу сигареты, выброшу. Мужа заставлю бросить курить и так далее, и так далее. Если муж там не понимает каких-то моментов лечения, мужа на беседу, родители препятствуют, там, ребенок хочет родить, а я маме не могу сказать, я хочу сделать аборт, маму на беседу. Все поплакали, все. А ребенок родился в результате. Она сегодня существует, эта система? Совершенна ли она? Безусловно, нет. Можно ли ее улучшить? Да, безусловно, можно. Дадут ли это реформы? Дадут. Лишь бы не было сокращения скорой, сокращения врачей, чтобы из доступной медицинской помощи мы перешли в недоступную. Но реформы должны быть. Какие-то реформы в нашей жизни происходить должны. Что-то должно меняться. Вот, и это касается и от обучения, и от мотивации, и от всего остального. Знаете, как оптимист, вы кто, говорит, по жизни? Я оптимист на кладбище. Куда ни глянь, везде плюсы. Мои друзья там, у нас был тренинг, как общаться с пациентом. У меня тренинга нет. Я общаюсь просто с пациентом. Я уже потому, как он зашел, я понимаю, что с ним будет дальше. Вот. Пациент приходит, говорит: доктор, я так боюсь гинеколога и стоматолога. Говорю: спокойствие, вы еще у нашего лора не были. Работаем. И их это успокаивает. Чтобы снять это напряжение, иногда ты отвлекаешь пациента. Берем подкову, но не вешаем ее над дверью, прибиваем ее к копыту, идем пахать. Слава Богу, так повезло в жизни, что рядом со мной всегда были талантливейшие, душевные, хорошие гинекологи. Когда они видели, что ты хочешь, что ты не думаешь о том, как ломануть с работы, а когда ты приходишь и говоришь: а чем я могу вам помочь, а давайте я еще останусь с вами по дежурю там, или что-то другое, то они, конечно, отдавали, потому что каждый из нас хочет оставить свой след. Вот. В своих учениках, в своих пациентах, в своих детях рожденных. Я думаю, что абсолютно в каждой профессии, очевидно, это есть. Одно время я считал тех детей, которых у бесплодных пар родились с моей помощью, но тогда уже за тысячи перешла, уже просто нет смысла считать. Вот. Я несколько стадионов женщин посмотрел, и несколько, ни один детский садик помог прийти в этот мир, поэтому родились. Спасибо, все хорошо.